Далее, другим любым другим наушникам бы уже хватило. Спасибо, дружище. Не, я просто месяц оценил твой совет, я просто ну, не сразу прочел. Извини, пожалуйста. Спасибо большое за поддержку, спасибо. 4 раза стало теплее, на. Начинается. Первое убийство. Так. Спасибо, Алан Хантер, еще раз дать. Мебельщик, 200 рубас. Один хороший вечер с стримом или без него. Спасибо, мэн. Спасибо большое за 2 сотни. Очень приятно, дядь. Бонус за убийство. Не, ну я еще покатаю. Перед тем, как вырубить, я еще покатаю. Просто дверь. Не готово. Бонус за выживание. Еще остался. Получена суперспособность. Здорово, суперспособности — это то, что мне нравится. Люблю их получать. От души мебельщик еще раз. 2 раза здесь стало теплее, мэн. Спасибо. Евген Бронко, не уходи из СП, крутая была катка третьего лица, красиво смотрится и горишь ты знато. Первый раз увидел такое, хотя осмотрю тебя уже год. Слушай, ну я периодически могу вот подобным образом гореть. Не то чтобы прям, ну, часто, но иногда бывает. Спасибо тебе большое, дядь. Спасибо за косарь. Щедрые бабки, черт побери. Щедрые бабки плюс хавка. Да я, ну, я бы удалил бы, потому что здесь реально проблемы есть. Проблемы с поиском. Не то, что проблемы с поиском, проблемы с подбором в лобби. Им бы надо бы их решить. То, что у меня по пути еще подгорает, это... Такое прикладное ко всем проблемам. Бонус за выживание. Так, я сейчас очень большую глупость сделал, на самом деле. Я взял пушки, и у меня по одному магазину только в них. А это очень большая глупость. Так бы делать бы не надо. Где-то здесь еще должен быть чел. Потому что после того, как я со всеми разобрался, взорвалась еще одна грена. По-моему, вряд ли ее бросал кто-то, кем я был в одном здании.
Прибыл супернабор. О, щит, мэн. Понял. Ну что, снайпер, ты выйдешь поиграть со мной? Или так и будешь там сидеть? У тебя тут чуваки, друзья твои умирают. Бонус за убийство. Бонус за выживание. Получена отравляющая граната. Одна кнопка и все. Просто ты нажимаешь одну кнопку, противник умирает. Потому что вот такой класс. Если вдруг у тебя перестрелка раз в раз. Так, дружище, что тут у тебя было? Давай я посмотрю. Давай я посмотрю, что тут у тебя было. Угу. Возьму. Дымовые у тебя есть? Есть, спасибо. Отличный соратник. Да, слушай, мои. Окей, мэн. Стараться выиграть в этой катке. Я чувствую очень большой факап из-за предыдущей. Не-не-не. Я не могу туда бежать. Там уже все.
там уже все. Еще снайпер есть. Ядерными бомбами меня не били. Бонус за выживание. А мне всю броню снесли вообще, значит. Я наглухо без брони остался. Берегу, братва, берегу, все в порядке с нервами. Первый, все в порядке. Вот у парней тут не все в порядке. У меня все секси. Они реально перенервничали, мне кажется, эти парни. Так не кажется? Мне кажется, они перенервничали. Я даже бенз еще не пил, чат. Вы понимаете? Я даже бенз еще не пил. Так я намного сильнее. Я намного сильнее, чем вам кажется. Я еще бенз даже не пил. Броник я не могу поднять. Нет чувака с броником нормальным. Он, видишь, тоже он разбитый у него. Патрик, да. Ой, куда столько аптек? Алло, оптимист, окстись. Не доживешь. Только аптек завязать. Они не перенервничали, не подгорели, думаешь? Бонус за выживание. Вот я думаю, кто больше подгорел? Я? Получен противогаз. Того, что, ну, меня один чел переиграл, или они из-за того, что их четверых один чел переиграл. Так, ой-ой-ой, а там уже есть типы. Мне надо забраться туда наверх, где чел. Вот видишь, куда они забираются. Сейчас упадет дроп, они пойдут лутать дроп, и вот в этот момент мне надо забраться наверх. Куда к ним? Разваливать их оттуда. Перед этим надо хлебнуть бенза. И надо будет попутно еще раскидывать этот. Хотя, на самом деле, я могу вообще пробовать убить чувака, вместо того, чтобы... Ну, лучше наверх заползти. Потому что придется в кемп возвращаться по опену. Я буду на высоте. Пока непонятно. Что делать?
Пока непонятно, что делать. Так, ну там почти приземлилась тема. Я погнал. В любом случае, чел, если даже остался наверху, то он сейчас прикрывает. Возвращают. Сейчас будут меня искать. Мне надо просто не показываться какое-то время. Надо манить все равно, потому что мне могут в голову дать. Снайпер, например, какой-нибудь. Да не, вроде нет. Они пойдут все равно его рисать, никуда не денутся. Идите вдвоем, чел, идите вдвоем, вы чё, идите вдвоем. Да все, я убежал уже. Я уже убежал, мужики. Бонус за выживание. Получен тепловой детектор оружия. Блять. Не так просто, брат, не так просто. Не так просто, блять. А-а. Но, блин, я сейчас был на волосок, честно говоря. Я зафакапил. Ой, чат, какая же я руина, блядь. Я зафакапил только что этот файт. Разумеется, не прям до конца его зафакапил, иначе бы я был мертв. Зафокапил, но не до конца, блять. Больно сейчас было. Там какие-то тактикульные игроки в игру играют. Да ты мой сладкий, бля. Oh shit, man. God damn. Блять, как же они меня хотят. Это последний чел. Меня убил самый последний чел. Самый последний. Их было четверо.
Я убил одного, нокнул второго, нокнул третьего. Что такое? Это что такое? Пожаловаться? Использование стороннего программного обеспечения? Пожаловаться? Это что за прикол такой? По нему падает ульт, он загорается, но у него не отнимаются хп. Это как? Без брони его должно было убить. Если что, держу в курсе. Без брони его должно было убить вообще этим ультом. Смотри. Я попал по нему, он загорелся. Если он загорелся, это значит, что я по нему попал ультом. Если я по нему попал ультом, это значит, что в него должен был войти весь дэмэдж от ульта, а потом он уже должен был загореться. От пули урона не было, потому что там бонусное хп от того, что он бенза хапнул, убавляется. Короче, это либо баг, либо читы. Я считаю, что эту катку выиграл. Потому что этот чел должен был быть мертвым. Этот чел сейчас должен был быть мертвым. Того чела я нокнул, а этот чел должен был быть мертвым. То есть, я эту катку выиграл. Мне поебать. Я только что увидел, что я попал по чуваку ультом. У него ни единицы хп не отнялось. Плюс он загорелся. У него даже от того, что он горел, ни единицы хп не ушло. Это чушь собачья. Чувака без брони, ульт, при том, что у меня был батон на дэмэдж, просто стирает нахуй. То есть, она его просто убивает. Сейчас чел просто, я не знаю, что произошло. Он загорелся, но почему-то весь дэмэдж был полностью проигнорирован. То есть это либо читы, либо это баг игры. Это тот момент, когда вот я официально игре как бы показываю факт, говорю, пошла нахуй, сука, я выиграл здесь. Типа, мне похую, что ты мне здесь показала. Я только что прекрасно увидел, что это какое-то, блядь, жульё. Либо с твоей стороны, товарищ, игра, либо со стороны чувака. То есть, либо это читы, либо это баг. Чел, по которому я задеваю ультой, которая бьет на 100 с лишним, вообще ни единицы хп не уходит. Это интересно. Это, блядь, очень интересно. Спасибо, игра, спасибо. Люблю, когда ты так...